Ну что, друзья мои, не будем о грустном. Мне здесь, конечно, предельно не нравится. Но, с другой стороны, именно это и создает вот то самое напряжение. Вроде бы на что ты жалуешься. А тем не менее... Но, что сказать. Конечно, интересная штука. Это наша последняя версия GTA. Кстати, давай посмотрим, вот, Метрополь, да? Видал там какой купол? Интересно, там, наверное, под куполом какой-то типа сада какого-то, наверное, я так думаю. Или что-то. Ну ладно. Сейчас у меня, короче, что у меня в жизни происходит. Мне нужно кариес заделать, потому что он есть уже, он уже год есть, я не знаю. Это больше года есть. И это меня не радует, потому что туда забивается еда. Мне нужно постоянно носить с собой зубную нить. Да и в принципе, вставная челюсть, ребят, это, блин. Конечно, я спросил Максима, стоматолога, у которого я лечусь, спросил, когда у меня будет вставная челюсть. Он мне ответил сразу же, тогда же, когда вставной уй. Я думаю, это одинаково ужасно. Вообще вот. Да. Как пошутил Сэм Нил в фильме «В пасти безумия», что она может? Максимум уронить свою вставную челюсть в пиво мужа. Вот вам замечательный прикол. Ну а мы идем.